Роман Кошу Ламбатор со своей племянницей Цирцеей, дочкой брата Роман Кошу Урсола и Флорис. И дома пулькой. Вот колечко. Они его видят. Сейчас кто быстрее добежит. Вперед! Пуля уступает Ламбатору, как старшему. Да, пуля? Скажи. Иерархия такая. Но это недолго продлится, да? Это как ее. Тучка забрала бы. Да. Тучка забрала бы. И Санька забрала, и Морис, все что угодно. А пуля пока не решается. Хотя это ее кольцо. Вот собака так взрослеет. Ну все, Ламбатор. Молодец. Твое кольцо, умничка. Хорошо. Хорошо. Все. Пулька стоит на стреме. Это город Севастополь, 13 ноября 2021 год. Ну, это мы с Анюткой, хозяйкой Ламбатора, пришли на Куликово поле с Пулькой. Пока-пока, всем привет, хорошего дня и осенней погоды. Ну, собачки. Ну, побежали. Вперед. Слышь, то же самое. Ну, молодец, Ламбатор. Хороший мальчик. Умничка. Похвали маленького. Похвали. Хороший мальчик. Ну, все, пока, пока. Пуля ко мне пришла. Да? Все. Пулечка. Сидеть, пуля. Да, дай лапку. Лапку дай. Молодец. Хорошо. Пошли.